люди, вот какой-то хрен ходит. Привет, друзья! Я все-таки не смог оставить наедине с этим окончанием лета. Это последняя неделя лета, дальше будет холодно, дальше мы будем включать печки и морозить свои яйки под тремя слоями подштанников. Ну, хотел бы сегодня поговорить о том, куда же идет Автодог. Что же нас ждет? Сделать такой небольшой анонс моего канала. Прежде всего, нас ждет продолжение эпопеи с подвеской. Последнюю серию вы можете, вернее, первую серию вы можете посмотреть на моем канале. Это тот момент, когда человек, то есть я, ваш покорный слуга, картавая борода, начал делать подвеску, меняя хорошие запчасти на новые. И я думаю, что вам будет интересно посмотреть, как же машина поедет потом, станет ли лучше управляемость автомобиля, и как я мучился, а я действительно мучился эти двое суток, делая подвеску, абсолютно не разбираясь в том, как это правильно делать. Это будет продолжение. Значит, далее будет серия про передний ступичный подшипник, конусный. Я думаю, что это будет достаточно многих интересовать, потому что у кого-то он загудел, и вам было бы интересно, как правильно его выпрессовать и как его правильно запрессовать прямо в, грубо говоря, домашних условиях. По крайней мере, я это делал возле своего подъезда. Далее, один из моих подписчиков, он меня натолкнул на такую идею сделать интересный такой небольшой тюнинг автомобиля именно по свету. То есть, как сделать красивую подвеску, я думаю, подсветку. Я думаю, что вам это тоже будет интересно из подручных средств, как говорится. Дальше будет в формате такого видеообзора история одного человека, который купил BMW. Вы знаете, насколько я в кавычках хорошо отношусь к BMW. Вот вы узнаете человека, который хотел почувствовать кайф от вождения автомобиля марки, состоящих из трех букв. Ну и, соответственно, этими буквами все и накрылось. То есть он прочувствовал этот кайф вождения после покупки подержанного, не старого BMW. Он прочувствовал это на все деньги. Вы узнаете на моем блоге, с какими трудностями и большими финансовыми вливаниями человек столкнулся. Далее, если говорить про развитие самого вот проекта и формата моего канала, конечно, он прежде всего заточен под 202 Mercedes. И большинство людей, и ты, подписан именно за этого, потому что у тебя такая же машина, или примерно такой же автомобиль, понятно. Потому что 124-й, 210-й по подвеске, по многим нюансам, они похожи на 202-й Mercedes. Но так как эта тема достаточно узкая, а я пришел на YouTube для того, чтобы еще когда-нибудь в будущем, я надеюсь, и зарабатывать деньги, поэтому придется расширять аудиторию, расширять формат того, что я снимаю. И хотелось бы еще в плане Мерседеса, так как тема уже достаточно облизана, обгладана, да, остался один скелет, снимать уже практически нечего, как говорится. Конечно, еще есть много чего придумать, но я хотел бы эту машину загнать на спортивный трек. Я уже прокурил эту тему, где у нас в Минске можно на аэропорту старом загнать машину на трек. Там, кстати, проходит драг-фестивали, Drag Times Unlim 500 проходили. Вот, и посмотреть, как же машина на абсолютно стоковой подвеске, на абсолютно там стоковом клиренсе, амортизаторах, там на китайских тормозах и убитых колесах, как Mercedes будет себя держать, вести в поворотах, как быстро перегреются тормоза, будет ли избыты там какие-то, смогу ли я удержать машину на конусах, будет ли слишком сильный валкость и крен. Это интересно, и это я хотел бы
вам показать. Но это в будущем, надеюсь, я смогу это сделать, потому что сниму я, естественно, это не сниму, тем более, что там запрещена видеосъемка, надо будет привлекать Гену или кого-то еще, но надеюсь, Гена согласится. Гена, тебе привет. Ну и также я хотел бы вам сказать, чтобы вы заходили на мой лайв-канал, Автодок Лайв. Там будет блог про путешествия в Москву и Питер, очень интересное. Потом, значит, вы знаете, что этим утром будет великий бой, который ждали многие. Это Майвезер против Конора Макгрегора. А вот, и я буду тоже делать аналитику этого боя, потому что я знаком с этим спортом не понаслышке. Ну, а мой тренер, который чемпион по тайскому боксу в каких-то там 90-х годах, когда у него спросил, что ты думаешь об этом, он сказал, что где-то тут какой-то наеб. Это то же самое, что ему бы сказали, вот ты иди, выступай в тэквондо ногами, только не против обыкновенного, а против чемпиона иди. Ну, то есть, сразу понятно, и я свои ставки, естественно, ставлю на Майвезера, хотя очень уважаю Макгрегора. То есть, потому что человек, который 40 лет бомбил руками, я думаю, что, ну, по правилам бокса, Майвезер лучше. Как думаете вы, напишите вы, пожалуйста, в комментариях. Также я сниму блог, потому что я среди моих знакомых достаточно много людей смотрело мой блог, как я бросил пить алкоголь полностью, поэтому я хотел бы записать блог «Как похудеть». Что нужно есть? Но это очень просто, даже не надо будет загоняться. Пару принципов, которые нужно будет выдерживать, если ты столкнулся с проблемой похудения, то есть будет тебе интересно, думаю. Также заходите на мой инстаграм, потому что там постоянно какие-то интересные скетчи, анонсы и интересные. Надеюсь, ты подписан на мой инстаграм, Алис Гроднев. И хотел бы еще спросить, так как аудитория у меня расширяется, с каждым днем все больше и больше людей добавляется, я хотел бы у вас попросить помощи. Напишите в комментариях к этому видео, что хотели бы видеть вы. Я постараюсь сделать все, что вы напишите. Мы отберем это как бы более рациональные советы. Вот. И для того, чтобы канал расширился, мне, конечно, нужно снимать не только то, что нравится мне, но и, естественно, то, что нравится вам. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы наш канал с вами развивался, чтобы мы с вами росли, продвигали марку Mercedes, продвигали здоровый образ жизни, продвигали там автоспорт, они сидели в Майнкрафтах и не смотрели Дом 2, ставьте под этим видео лайк, пишите обязательно свои комментарии, для того, чтобы мы наконец-то приблизились, ну, хотя бы к Жорику Ривазову, так, к 2031 году. Я думаю, что это вполне возможно, тем более мы не собираемся с вами уходить, умирать к этому времени, поэтому у нас еще есть время с вами, так что все, было приятно с вами пообщаться, такой небольшой блок, хороших вам выходных.